частенько мысль мою перебивает беспечный Вова Пресняков. Хотел я пару строк черкнуть о медицине, но снова вспоминаю Летунов. Во время школьных сочинений, хотя задание было о весне, я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. Я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. А ты нашла призвание в медицине и стала королевой средь принцесс. А если б ты была знакома с Пресняковым, то он не стал бы петь про стюардесс. Во время школьных сочинений, хотя задание было о весне, я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. Я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. Теперь живешь в стране ты заграничной, все у тебя, надеюсь, хорошо. Семья, работа, счастье в жизни личной, что человеку надобно еще. Во время школьных сочинений, хотя задание было о весне, я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. Я сочинял бессмертное творение, как Жанна д'Арк погибла на костре. Сейчас, наверное, стала забывать ты, какими были много лет назад. Напоминанием о тех днях прекрасных мне фото с одноклассников глядят. Во время школьных сочинений, хотя задание было о весне, я сочинял бессмертное творение.